Привет, друзья! С вами гид Крит Игорь Ретемна. Сегодня, как обещал, делаю обзор по открытию отелей сезон 2023 в Ретемна. Посмотрим, пройдемся по набережной Ретемна от начала паралии до конца и посмотрим открытие основных отелей, а также их пляжи. Погнали! Начало паралии Ретемна, 5 звезд отель. Любители пожить в новом отеле. Этот отель открылся только в прошлом 2022 году. В начале паралии отель Pearl Beach. Отель открытый. Посмотрим его пляж. Подъехали туристы. И вот сам пляжик. Как видим, где зонтики, лежаки, песок, а вход камушки. 11 утра, люди в куртках. Сливок туриста. Рано в этом году открылся Грек отель Плаза. Это самое начало набережной. Дети купаются в бассейне. Впервые вижу, чтобы security наблюдал за бассейном. В этом отеле у меня не раз отдыхали туристы. Отзывы все хорошие. Еда вообще в Греции хорошая. Ну а отели Грек отель или Аквила соответствует. То есть 4 звезды, это еда будет очень хорошая. Такой их пляжик. Браво! Сьют видно покрашенный, но тем не менее он заявлен как 4 звезды. В прошлом году у меня здесь брат отдыхал, но я бы назвал такой проходной двор отель. Номера не убираются. Но зато на берегу моря, первая линия. 9 апреля на улице не жарко. Это уже хорошо. Сейчас где-то 13-14 градусов плюс. Очень хорошее время для рыбалки. Нету. Тут рыбы нету. Я сегодня опять захотел совместить свой утренний спорт с обзором открытия отеля. Вначале проходка или пробежка 3 километра, ну а потом упражнения на берегу моря и купание. Вот еще для меня какой-то неизвестный Кабу отельчик небольшой, и около него тоже уже оборудован пляж. Начало апреля много. В основном гуляющие. С утра мы видим гуляющие вдоль моря. Тоже уже открыт. Загорают в одежде. Это спортивный бар. И по флагам можно судить, кто играет. Видимо, Англия, Германия. Также по этим флагам можно судить, кто сейчас больше отдыхает на Крите.
набережной в Ретино-Переволье. Пляж еще почти не оборудован. Много отелей еще закрыты. Уже очень много, смотрю, машин в аренде. Сейчас мы узнаем цены. Много. Сейчас мы узнаем цены. Гия, как дела в этом году? Пойдем сейчас. Увидим. Увидим? Увидим, дорогой. Нету проблем. Как уже машины берут? Да, берут, да. О! Да, берут. Здесь вот там открыто, био открыто. Здесь наверху. Левконика открыто? Завтра, послезавтра. Сколько сейчас на три дня взять самую маленькую машинку? Самый маленький, вот эта машина, да? Как называется? Kia Picanto. Kia Picanto? Да, за три дня 100 евро. О, цена хорошая в этом году. Да. Ну, сейчас. Сейчас, ну да. Потом сезон, естественно, да, сезон и... будет дороже. Да. А какие у вас есть дорогие машины? Есть дорогие, вот минивэн, вот есть автоматик, есть кабрио, есть. Есть дорогие тоже? Да, есть. У вас есть ценник ваш, прайс-лист, да, или нет? Да. Вот такие машины. Да, есть машины. У вас страховка полная? Да, конечно. До велосипедов, байк. Электросити, электровелосипед, посо, икоси. Икос пендер. Пердей. Угу. Электрик трекинг. Вау. Трианда пендер. Электротрекинг ехал? Не. Электрик маунтен. Вау. Трианда пендер. Сигура? Электромаунтен? Электромаунтен. Вау. Батарей, мотор. Трианда пенде, икос пенде. Окей. For example. Тур, эксинда пенде. Ясно. Эвхаристо. Параголо. В сравнение цен зайдем еще в один ренкар. Интерсити. Поинтересуемся ценами. Посо тора микро автокинето. Я посо мерес. Три амерес. Ух ты, 75 евро за три дня. Это очень хорошее. Полика? Поликало. Тора, не? Тора, да. Ну, под мета сезона, не? Ты микро? Микро, пиканто. Угу. Христо? Как видим, к центру Ретино все улучшается, и погода, солнце, ну потому что здесь хорошие отели и пляж, видите, весь пляж уже практически оборудован. Сейчас, через час все будут купаться. Ну и центр Ретино, район Колизея. Посейдон, он вообще открыт круглый год. Сева отель. В прошлом году отдыхали туристы из Израиля. И им понравилось. Корпус отеля Био. Мы на Крите. И пляж отеля Био. Био пользуется популярностью. Знаю, что на август уже примерно мест нет. Ой, спокойно, отдых. Отель Порто Ретино с 1 апреля уже тоже открыт. Основные репортажи по пляжу я как раз делаю с этого района. Крайний по пляжу Ретино, это...
входит практически напротив пляжа, это отель Крите. Как видим, тоже отель открыт. И вот он, пляж отеля Крите. Давай, 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 давай
Ευχαριστώ.